Друзья, вы на канале Катя Алекс, у меня Катя, и сегодня мы продолжим играть в игру Ice Egg. Down of the Dinosaurs это полностью, но будем сокращать. В общем, друзья, помните, что мы, получается, закончили тут с газами? Все оказалось достаточно легко, ну и сейчас будем дальше проходить. И, собственно, все, я еще раз проломила стену, и теперь можно идти. Лавочка нам не нужна, в прошлый раз вы, если внимательно смотрите мою серию, то в лавочке ничего полезного мы для нас не нашли. Так что будем продолжать свой путь дальше. И тут я сразу поняла, нужно побеждать вот этих вот маленьких чучундр. Я думаю, это будет не столь тяжело. Воу-воу-воу-воу, так они еще и бьются. Ничего себе. Пути, друзья, открылись, и в принципе можно идти. Я немножечко пополню свой инвентарь запасами, потому что потом это все, я уверена, нам понадобится. Ребята, обязательно ставьте лайки под эту игру, если вам нравится прохождение этой игры. Ребята, я пришла, и смотрите, что тут меня ждет. Я так поняла, пройти это будет достаточно тяжело. А помните, мы там были, главное туда не свалиться. Ну, как видите, пока вроде как ничего, хотя я могу сказать, что не так что-то и легко все проходить. Ну, я все это прошла, я могу вам сказать, что с третьего раза у меня это все получилось. Я думала, будет тяжелее, ну, и заодно, чтобы видео, да, не задерживать ни вас, ни себя, вот так вот это все быстренько проходится. Давай так, прыжок, чух. Ребят, я сейчас не поняла, что мне делать? Сейчас, мне кажется, убьем его и завалим камнями. И так бегом, пока нам плохо тут не стало. И опять мы деремся, только теперь уже с более, наверное, сильными динозаврами, хотя я в этом не уверена. Ну ладно, сейчас быстренько пошпуляем по ним. И, ребята, босс! Я убила и растения, и все, и теперь нам кажется, будет очень плохо, потому что босс это все-таки босс. Ребята, я вот так вот его быстренько победила. Я надеюсь, вам понравилось мое сражение. Ну и чтобы вы не писали в комментариях, что я даю мало, чтобы вы смотрели, то вот, собственно, теперь можете смотреть. Так, что мне теперь нужно? Теперь нужно идти вот так, так. Запасы есть. Я бы взяла еще в запасы малинку. А вот она, как раз рядышком, больше ничего не буду брать. Да, может быть, надо еще пойти за что-то взять, но я думаю, будет достаточно. Так, ну тут на самом деле-то очень легко. А, нет, не ли... А, все, смотрите, как это делается. Наполняем. И вот так, вот так, вот так, вот все.